мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Несмотря на то, что 7 апреля в поселке Кахим Кызылского района был снят режим ЧС, сегодня службы спасения, оперативный штаб и спасатели аварийно-восстановительной службы работают в повышенной готовности. Продолжается помощь жителям, пострадавшим от паводка. Вчера поступило обращение от граждан, что некомфортно проживать по улице Целинная в 6 домах. Соответственно, выехали туда, провели обследование, приняли решение о том, что на этот период, период просушки, осушки данных домов, люди будут размещены в арендованных квартирах. Квартиры начали арендовать уже сегодня. Напомним, в связи с резким потеплением в поселке Кахим, стремительным сходом талых вод в районе, прилегающем к горе Хербис, были потоплены часть улиц и частных домовладений. Ситуация начала осложняться 24 марта. На следующий день на территории Кызылского района была объявлена чрезвычайная ситуация муниципального характера. Специально был создан волонтерский штаб по оказанию помощи пострадавшим от подтопления домов. В круглосуточном режиме принимались заявки от населения по откачке воды с приусадебных участков и жилых домов. Работы по просушке домов продолжаются и по сей день. Продолжаются работы, связанные с приведением улиц Аржан, Кедровая, вторая Целинная в порядок. Идет подсыпка, утрамбовка. По мере проведения данных работ, соответственно, приступим к осушке домов по улице вторая Целинная. В просушке нуждается, согласно поступившим заявлениям, 6 домов. В соответствии с постановлением администрации Кызылского района 30 марта заявления от граждан и юридических лиц о повреждении их имущества в результате чрезвычайной ситуации принимались до 9 апреля включительно. Что касается работ, связанных с оказанием материальной помощи пострадавших, завтра в 15:00 комиссия начнет свою работу по результатам обхода. Вы знаете, что несколько раз такие обходы совершались. И, соответственно, комиссия рассмотрит все 69 заявлений, которые поступили вот на вчера. Все заявления индивидуально будут рассмотрены комиссией. По всем заявлениям индивидуально будет даны ответы. Всего в поселке Кахим 127 семей получили помощь в виде продуктов, канцтоваров, одежды, угля и дров. Оставшаяся гуманитарная помощь передана администрации поселка Кахим. По новым заявкам продолжится передача помощи оставшимся жителям. Министерство природных ресурсов и экологии республики ведет реализацию приоритетного проекта «Экотуризм в Туве», рассчитанного на 2 года. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время завершены торги по определению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, описанию и получению координат характерных точек границ объектов проекта. Победителем признано АО «Сибирское землеустроительное проектно-изыскательное предприятие». Компания должна выполнить землеустроительные работы, после которых можно будет приступить к следующему этапу – переводу категории земель из сельскохозяйственного назначения в особо охраняемые природные территории, что позволит вести на определенных зонах рекреационную деятельность. В целом проектная работа разделена на несколько этапов. В первый входят решения земельных вопросов памятников природы – озер Дусхоль, Хадан, Чагатай, Тарихоль и кластерного участка Тайга в 2018 году. Второй этап, который осуществляется параллельно, включает в себя разработку проектов застройки территории памятника природы озера Дусхоль в 2018 году и кластерного участка Тайга в 2019 году с утверждением схемы расположения участков объектов проекта с зонами размещения объектов инфраструктуры. Затем будут утверждены критерии, предъявляемые предпринимателям, планирующим развернуть деятельность на особо охраняемых природных территориях, что станет третьим этапом проекта «Экотуризм в Туве». Заключительным четвертым этапом станет организация культурного и спортивно-оздоровительного досуга отдыхающих на популярных озерах и кластерном участке Тайга. Проект по созданию условий для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях республиканского значения «Экотуризм в Туве» запущен правительством Республики Тыва, чтобы решить проблему с неорганизованным отдыхом на озерах.
15 апреля планируется подвести итоги конкурса народных инициатив «Село, в котором я живу». 21 числа на заседании Ассоциации муниципальных образований, посвященном Дню местного самоуправления, будут названы 10 лучших проектов. Об этом написал в своем блоге глава Тувы Шалбан Караул. Настоятельно обращаю внимание на то, что руководители районов должны лично проконтролировать, чтобы предоставленные инициативы были действительно народными. То есть они должны быть одобрены на народных сходах. Нужно внимательно посмотреть их качество. Буду спрашивать, как формировались проекты, каково их содержание, накал конкурсности, и в результате посмотрим состоятельность проектного офиса. Напомним, 2018 год в Туве объявлен годом развития малых сел. И среди муниципалитетов объявлен конкурс на лучшую народную инициативу. 10 лучших проектов получат гранты на сумму не менее 2 миллионов рублей. Одно из главных условий – максимальная вовлеченность в данную инициативу жителей села. Во избежание несчастных случаев Главное управление регионального МЧС обращается ко всем жителям республики соблюдать меры безопасности, не выходить на лед водоемов, уделять большое внимание досугу детей и ни в коем случае не оставлять их без присмотра. В настоящее время особенно высок риск провалов под лед на реках Большой и Малый Енисей в окрестностях города Кызыла. В Тоджинском, Кызылском и Кахемском районах, в Тандынском районе на озере Чагатай, в Дзунхимчиском районе на реках Чадан и Хемчик, в Байтагинском районе на озере Карахоль, на реках Алаш и Хемчик, в Барунхемчиском районе на реке Хемчик, в Лухемском районе на Саяно-Шушенском водохранилище. Сегодня 93-й день рождения отмечает Мангуш Барахович Кенен-Лапсан, пожизненный президент шаманов Тувы, писатель, ученый, почетный гражданин Кызыла. Мангуш Барахович Кенен-Лапсан родился 10 апреля 1925 года в Дзунхемческом Хашуне Тувинской Народной Республики. На художественных произведениях Мангуша Бараховича воспитывались десятки поколений читателей. В его книгах отражены события в истории Тувы и тувинского народа через жизнь и судьбы конкретных людей. В героях его рассказов можно узнать себя в детстве, непоседливых, любознательных и добродушных. Художественные произведения Кенен-Лапсана непосредственно связаны с устным народным творчеством тувинского народа. Мангуш Барахович является членом Союза писателей России, народным писателем Тувинской АССР, доктором исторических наук, заслуженным работником культуры Тувинской АССР и РСФСР, обладателем почетного звания «Живое сокровище шаманизма», членом Нью-Йоркской академии наук, обладателем орденов Дружбы народов Российской Федерации, Республики Тыва за заслуги и вклад в развитие литературы и древней философии шаманизма и за заслуги перед Отечеством второй степени. Медали за доблестный труд, 50 лет победы в Великой Отечественной войне кавалером ордена Мангуша Буяна Бадыргы. Его имя внесено в Государственную книгу «Заслуженные люди Тувы 20 века». Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 10 апреля 1995 года. С понедельника по всей России стартовала неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, которую проводят в рамках проекта Минфина и Всемирного банка 4-й год подряд. На этот раз она продлится вдвое дольше обычного – 2 недели. Семьям с детьми расскажут, как копить деньги, чтобы хватало и на крупные, и на повседневные покупки. Предложат пройти тест на финансовую грамотность и творческие конкурсы. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте проекта Минфина России – вашифинансы.рф. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 57 копеек, евро 71 рубль 88 копеек. Хочешь мощные банки или стройную фигуру? Переходи на спортивное питание. Все для фитоняшек и спортсменов. Тува Спортпит. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина, фитнес-джим, второй этаж. Торговый дом «Азаз», павильон номер 20. В Туве местный житель предстанет перед судом за совершение преступления сексуального характера в отношении малолетней. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению 76-летнего ранее несудимого уроженца села Элегес Тандынского района республики. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
По версии следствия, 2 октября 2017 года, около 13 часов, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом к односельчанам и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил в отношении 8-летней девочки насильственные действия сексуального характера. А в целях объективного расследования уголовного дела по нему проведены осмотр места происшествия, проведены все необходимые медицинские экспертизы. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый в момент инкриминируемого ему преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, то есть был вменяем. Признаков сексуального предпочтения педофилии у обвиняемого не обнаружено. Следствием собрана достаточно доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Министерство образования и науки Республики объявляет о начале конкурсного отбора на присуждение премии главы Тувы в 2018 году лучшим педагогам, активно внедряющим инновационные образовательные программы, современные технологии и проекты, а также лучшим руководителям классов, работающим в инновационном режиме. В конкурсе могут принять участие педработники образовательных организаций Тувы, руководители классов, а также руководители, их заместители, преподаватели образовательных учреждений средних профессиональных образований, дошкольных, специальных коррекционных образовательных учреждений республики, если они непосредственно осуществляют учебный процесс, выполняя учительские обязанности. Срок приема заявок на участие в конкурсе с 9 по 27 апреля. Золотую медаль будут давать только тем, кто сдал единый государственный экзамен не меньше, чем на 70 баллов. Об этом сообщает «Российская газета». Миноборнауки России разработала проект изменения порядка выдачи медали за особые успехи в учении, где предусмотрено, что медаль будут получать лишь те ученики, которые успешно сдали ЕГЭ. Эта мера ужесточит правила выдачи медали и случаи, когда ученики в некоторых регионах, особенно в небольших сельских школах, получали золотые медали, а потом не могли сдать ЕГЭ даже на 4, будут исключены. В регионах выдаются и свои собственные медали, федеральные правила на них распространяться не будут. Детских писателей приглашают принять участие в республиканском конкурсе «Тыным болган тывадылым». Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Тувы среди молодых писателей и посвящен Дню тувинского языка в Туве. Конкурс направлен на сохранение и развитие тувинского языка, поддержку и развитие детской литературы в Туве и призван выявить и поддержать молодых писателей, пишущих для детей, повысить статус тувинского языка и содействовать пробуждению интереса у подрастающего поколения к тувинской литературе. По итогам конкурса будут награждены обладатель гран-при, а также лучшие, по мнению жюри, конкурсанты в номинациях «Автор детских сказок», «Самый лучший автор детских стихотворений», «Мастер детских рассказов», «Лучший автор детского фэнтези» и другие. Агентство по делам семьи детей Тувы информирует о порядке предоставления льготных путевок в детские лагеря и санатории. Путевки в детские оздоровительные лагеря предоставляются детям в возрасте от 7 до 15 лет включительно, проживающим на территории Республики Тыва, относящимся к категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» и «дети из многодетных или неполных семей». Условия предоставления. Путевки в детские оздоровительные лагеря предоставляются бесплатно, если среднедушевой доход семьи заявителя составляет ниже величины прожиточного минимума, установленного для Республики Тыва на день обращения. Путевки предоставляются на условиях оплаты 20% от полной стоимости путевки, если доход семьи заявителя равен или превышает величину прожиточного минимума, установленного для Тувы. В 2018 году агентством запланировано приобретение свыше 1000 путевок в лагеря, расположенных на территории республики. Спонсор выпуска «Погоды» – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам.
В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой и умеренный мокрый снег, дождь со снегом. В Кызыле облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь со снегом, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, ночью от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15. Днем от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 градуса, днем плюс 8-10. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.